Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Друзья, пришла в свой огород забрать последнюю землю для рассады. Вот. И хочу вам показать, что мы с Томасом, с моим старшим сыном, видите, сделали. Убрали всю старую пленку. Теперь я почищу вот этот весь, все это дерево, видите. Вот это все очищу и по новой все еще раз покрашу. И потом уже где-то в апреле застелим новой пленкой. Вот сейчас пока подожду все. Смотрите, как у меня, господи, выросла горчица. Ничего себе. Это она у меня с осени. Была такая чахленькая, я много раз уже показывала. Сейчас вот смотрите, как разрослась тут. Осталось только у меня, видите, форточка и дверь. Но их я менять не буду. Может, с той стороны еще как-то обошью вот изнутри и все. Ну и буду уже искать новую пленку и покрою теплицу. А также сейчас привезу в огород. Вот сюда буду высаживать смородину, которую в Германии купила, я вам показывала. Вот вместо этого горшка. И как раз у меня тут будет 3 кустика. Вот они у меня тоже на штамбе, 2 черной смородины. Надо срочно, опоздала я с обработкой. Но сегодня привезу и, наверное, скорее всего, сегодня же и обработаю вечером. Просто у нас без конца то дождик, то на полдня хорошая погода, то и все это, чтобы, как говорится, хотя бы 2-3 дня была теплая, сухая погода, чтобы состав лучше, подольше продержался. Так что, вот, друзья, ну что тут у меня? Также приготовлю грядки для... Вот сюда буду высаживать новую клубнику, что вам показывала, что в Германии купила. Ну и все, в общем. Сейчас покажу вам, зачем как бы я сюда пришла. Забрать свою землю. Вон, смотрите, у меня еще проблема будет, куда это сейчас все выбросить. Ой, господи, да у нас тут в Швейцарии с мусором, конечно, есть у меня мусорные мешки. Вот буду сейчас аккуратненько как-то разрезать, чтобы поменьше места заняло. И мешки 35-литровые у меня. Каждый мешок стоит 2 франка. Вот, смотрите, друзья, как у меня тут... Сейчас, если вам видно, не отсвечивает. Вот это у меня слива. Как расцвела. Ну что, друзья, сейчас в эти ведра пересыплю. Вот у меня тут бодейка с землей. Возьму свой танк и повезу домой. А оттуда уже свои растюхи обратно в огород. Пока хорошая погода, буду пользоваться, что-то в огороде делать. Вот таким образом я перевожу свою землю на своем танке. Идти мне минут 5. И вот очень удобная, кстати, штучка эта тележка. Я уже на ней столько земли перевозила из магазина. Магазин, вы знаете, у меня тут совсем рядышком. Сейчас будем проезжать, я вам покажу. Вот смотрю, люди уже вовсю в огородах работают. Хотя, я думаю, еще рано. Земля очень сырая и тяжелая. Вот. И, кстати... У меня тут обновление. Видите этот флаг ободранный? Я вам сказала, мои соседи тут неадекватные были. Вот, слава богу, они все это дело продали. Сейчас будет заезжать другой, как говорится, хозяин. Но, опять же, сейчас не так, как у нас сейчас вот эта тяжба с огородом, то не знаю, как им будут оформлять их контракт. Вот здесь тоже поменялись. Я вам уже говорила и показывала. И вот эти, еще многие там, еще, по-моему, 2-3 огорода. Но вот как, каким образом это будет за все заключаться, так как старый президент не может контракты подписывать, пока вся эта тяжба в суде. Ну и мы, как новые, тоже не можем. Так что все это в таком подвесном состоянии. То есть люди между собой там сделали расписки, что передали такую-то сумму такому-то, такому-то, и все как бы. Вот, друзья. Ну что, потопали
домой, отвезу землю и привезу уже все свои растюхи. Вот видите, у нас тут пока анархия, как говорится, нет руководства. Все начали строить. Потому что, чтобы построить какую-либо постройку на участке, нужно разрешение президента огорода. Или председателя, как в России говорят. Ну, как говорится, пока нет руководства, все заняты быстрее. Кто, как говорится, алло, кто урвет, тот и построит. Но они очень даже ошибаются. Если нарушат, как говорится, регель, правила, и постройка будет больше, чем положено, все придется потом это убирать или переделывать. Так что люди зря пользуются моментом. Так как даже если, например, нас выберут, и мы закроем на все это глаза, то придет уже центральный ФУБАН, ну как бы еще, которое начальство над самое главное у нас в городе, над всеми огородами. И они нам тоже могут сказать, почему вы не уследили, почему вы разрешили. То есть все равно по-любому придется все это как-то корректировать или убирать, или что-то. Ну, в общем, будем смотреть, что у нас будет происходить дальше. Вот, друзья, я тут еду со своей телегой. Мне там, как я вам и сказала, всего 5 минут ехать. Вот видите, уже где земля виднеется. Это уже наш супермаркет, который я вам уже много раз показывала. Вот, друзья, притопала до магазина. Сейчас я вам покажу. Видите, как у нас тепло, я без рукавки. Сейчас покажу вам, сколько у нас тут земли на улице. Смотрите, друзья, горы земли. Вот стоит, вон, смотрите, до самой заправки. И здесь также, смотрю, подвезли много кустарников. Надо будет посмотреть, земляники пока не вижу. Но вот чернику я вам уже здесь показывал, надо мне сходить купить. Сейчас смотрю, распродажа, сколько процентов. Сейчас подождите, гляну. О, 40% на все, на черешню, на персики, на яблоки. О, надо зайти посмотреть. Вот, друзья. И мне вот туда. Вот мой дом. Я уже опять в своем огороде. Поделала немного дел и уже иду домой. На сегодня хватит. Я вам много раз уже говорила, что я все делаю медленно и понемногу. Вот высадила землянику, клубнику. Уже показывала вам, какой сорт. Вот. 10 штучек. Добавила новой земли тоже. И вот эту старую, что выкопала. Ей уже третий год, но вот не знаю, что-то оставлю, что-то уберу. Мне все равно надо какой-то короб освобождать под мою землянику. У меня же рассада земляники растет. Я вам показывала в квартире. Вот, и сюда я еще докуплю 5 штучек новой клубники. И какой-то короб, скорее всего, вот этот посередине освобожу для земляники, которую посеяла у себя в квартире. Вот. И другие тоже буду смотреть, какие более-менее, но еще все равно рано. Которые посильнее оставлю, остальные уберу. Турецкую клубнику тоже посмотрю, как, ну, вроде листочки все зелененькие, ничего не погибло. По-моему, вот здесь еще была одна, вот погибла. Так что, ну, в общем, буду смотреть. У меня под землянику и клубнику вот 6 коробов. И поэтому, ну вот у меня еще тут тоже, видите, по бокам. Но это совсем старая. Так, опять залила, господи. Сейчас, друзья, воды куча. Так, надо будет что-то делать. Ну вот, друзья, как и сказала, вот 6 коробов у меня под землянику и клубнику.
Старую, наверное, скорее всего, буду убирать. Вот сейчас эту новую, что высадила. Посмотрим, как она приживется. Ну, в общем, вот. Также, друзья, привезла смородину. Вот сюда буду пока высаживать, показывала вам. Вот вместо этого этот кустик. И куст черники вместо вот этого маленького. Видите, уже поставила. Он какой-то у меня второй год, ничего вообще. А в этом году он, смотрю, весь и отсох. Если те более-менее, вот сейчас их буду подкормлю. И подкислю. Сейчас покажу, чем я буду это делать. Ну и вот сюда буду высаживать. Торф у меня есть. Сейчас покажу вам мешок торфа. Буду высаживать. Правда, немного надо будет еще съездить за торфом. У нас в Ланге продаются. Вот, друзья. Единственный торф, что у нас продают в Швейцарии. А так торф под запретом. Так, сейчас я вам покажу даже. Где у нас тут кислотность-то? А, вот. PH. Смотрите. Так что торф есть. И вот у меня удобрение для голубики. Вот, смотрите. Такое. И видите, подкислитель грунта. Тоже сейчас посыплю. Но это у меня бордовская жидкость. Тоже надо будет завтра или, может, сегодня вечером еще приду. Ну, в общем, посмотрю, друзья. Я уже устала, пока туда-сюда все это перевозила. Каталась со своей тележкой. Вот, друзья, сегодня уже закончила все свои работы в огороде и пойду домой. Ну, а на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня. А температуру-то забыла? Вот какая температура.